Доброго времени суток, мой дорогой зритель. Я очень рад, что ты зашел именно на мой канал, кликнул по этому видео. Я думаю, ты насытишься полезной информацией, узнаешь всего много нового. И, конечно же, не забудешь глянуть ссылочки в описании. Все они весьма информативные, и там присутствует очень много живого общения. Если ты, конечно, сам проявишь инициативу. Ну что ж, приятного просмотра. Пришла пора повскрывать сундучки. Посмотрим, что упадет. Надеюсь, что-то полезное, наконец-то. Что-то классное. Щиток. Опять. Тот же самый. Навара. Угу. А, нет, статы немножко другие. Тут крит искусность. Тут верса. Окей, хорошо. Так, что у нас по модификаторам текущей недели? Кишащий, вулканический, тиранический. Хорошие модификаторы на самом деле. Можно даже какие-то там ключики хорошие попробовать позакрывать на таких модификаторах. То есть кишащий... Плюс укрепленный обычно немножко напрягает, а тут кишащий тиранический. То есть мобы относительно быстро будут умирать. Самое главное, нормально косты позбивать, да и все. На ДК. На ДК я хочу колечко. Желания не изменились, хочется колечко, но падает тринкет. Зачем? Непонятно. Ладно, пускай лежит до лучших времен. Посмотрим, быть может, он на ДД нужен, этот тринкет, и получше будет, чем глазик. На монаха хочется... Ну, наверное, как раз тринкет какой-нибудь. Или любую другую шмоточку, в принципе. Давай, что-нибудь полезное. Вообще зависло. А, отвисло. 410-й плащ. Ну, в принципе... Неплохо, полезно. Хотя бы одна полезная шмотка в этой неделе с недельных сундуков. И то неплохо. Надеюсь, вам повезет намного больше, чем мне при вскрытии сундуков. Всех благ, счастья, здоровья. Как говорится, берегите ноги. До скорого.